Всегда размер диагонали телевизора указывается в дюймах, но в наших краях данная единица измерения не совсем понятна. Поэтому давайте разберемся с этим вопросом. Итак, 1 дюйм равен 2,54 сантиметра. Чтобы легче было понять это все, вот вам табличка размеров диагоналей. Но для начала хочу предупредить, что на этом канале вы можете узреть видео о том, как настроить годное изображение на своем телевизоре. Это касается любого бренда, этот способ универсальный для любого LED-телевизора. А также видео о том, как настроить бесплатное IP-телевидение на телевизорах LG и бесплатное приложение для просмотра фильмов на телевизорах Samsung Tizen. Ну вот и табличка подоспела. Пришло время разобраться, какую диагональ телевизора нужно выбрать. А теперь о том, как выбрать диагональ, исходя от расстояния до телевизора. Вот вам один из способов. Их достаточно много, я привожу всего лишь один из них. На мой взгляд, он достаточно хороший, да. Для этого нужно взять диагональ телевизора, внимание, в дюймах, например, 32 дюйма, разделить на 10 и отнять 1 метр. Получим примерно 2 метра 20 сантиметров. Ну, округлив 2,5 метра. Это и будет оптимальное расстояние до 32-дюймового экрана, например. Это как вычислить оптимальное расстояние. То есть минус 1 метр это будет максимально ближнее расстояние, плюс 1 метр максимально дальнее расстояние. Ну, надеюсь, это видео было вам полезно. Не забывайте про подарочки, то есть лайки, подписку. Это было Лего ТВ. Вам всего доброго. Пока.